Пассажирам Беларуси скоро может понадобиться электронный проездной. В стране испытывают транспорт будущего. Инновационные автобусы не передвигаются привычным способом, а скользят над землей. Анна Данилюк прокатилась по маршруту. Автобусы не едут, а парят над землей, держась за струнные рельсы. Пути лежат на специальных опорах. Так в Беларуси видят транспорт будущего. Такая эстакада несет в три раза большую нагрузку при том же расходе материалов. И она в 5 раз жестче, а там нам нужен ровный путь, чем традиционная эстакада. Да? Такие вагончики могут быть и личными, а в качестве общественного транспорта выполнять городские и даже международные поездки. Например, скоростной состав «Минск-Москва» разгонится до 500 км в час и перевезет 500 000 пассажиров за сутки. А вот так выглядит велосипед будущего. Конечно, он может работать и на электродвигателе, но лучше всего крутите педали сами. Во-первых, сэкономите, во-вторых, разгонитесь до 150 км в час. Поехали! Стоимость высокоскоростной трассы – 3 миллиона долларов за километр. Но авторы уверяют, инновационная разработка вытеснит привычные виды транспорта. Она экологична, безопасна и выгодна. У нас эта окупаемость составляет порядка 5-7 лет. И фактически, то есть, начиная с 2005 года, многие проекты начинают приносить прибыль. Инновационным проектом интересуются Индия, Индонезия, страны Персидского залива, в СНГ, Молдова, Кыргызстан и Россия. Министерство транспорта России также проявляло интерес, и мы получали от них заключение об инновационности нашей технологии. Поэтому мы видим Россию сейчас как, скажем, первую страну в Союзе СНГ, как партнера для потенциального внедрения технологии. Составы могут перевозить любые грузы на любых территориях. Разгонится такой поезд до 150 км в час. В год сможет перевезти примерно 200 миллионов тонн. А вот здесь на производстве создают транспорт будущего. Например, этот юнибус. Он рассчитан только на пассажиров. Автобус сам может контролировать скорость, отслеживать ситуацию на дороге и ехать в любую погоду. Кстати, в нем предусмотрены все меры безопасности. Все материалы для изготовления подвижного состава и рельса производятся в Беларуси. Анна Данилюк, Александр Дашук, Алексей Агейнко, Мир-24. Появится такой транспорт и в Индии. Уже подписан документ о сотрудничестве с правительством одного из штатов.